Мой папа был ветеринаром, а моя бабушка была учителем химии. Поэтому уже примерно класса с 8 я знала, что я хочу изучать организм человека, я хочу помогать людям. Ну и в целом это все свелось к тому, что я хочу быть врачом. С тех пор я ни разу об этом не пожалела. В чем главная радость вашей работы? В людях. Я люблю своих пациентов, я люблю узнавать у них новое, я люблю делиться с ними новым, я люблю общаться с ними, люблю их поддерживать, поэтому, безусловно, в людях. А что самое сложное в вашей работе? Тоже люди, потому что мы все разные, и это нормально. Моя задача сделать так, чтобы мы друг друга услышали и решили общую проблему. После приема малышей радуют подарками. А чем радуют себя доктора после рабочего дня? Встречами с семьей, с друзьями. Прогулками с собакой, вкусной едой. Ну и поспать тоже неплохо. Самый необычный вопрос, который задавал пациент. Доктор, что делать, если болят жабры? Ответа не будет. Какой совет можно дать всем родителям? Любите, поддерживайте и принимайте своего ребенка со всеми его шелушениями и эрозиями. Обязательно защищайте кожу от солнца. Ну и не бойтесь дерматологов.